И опять очередное ДТП. Вот недалеко видно, человек засмотрелся на миксера, которые перегружались. Не задумался о том, что пешеходный переход, и на пешеходном переходе один другого встретил. Встретил довольно-таки сильно. Один из участников на европейских номерах, но он как раз не виноват. Хотя по большому счету всему виной, в частности, тоже перегружающиеся миксера, которые отвлекли, вероятнее всего, внимание человека. Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах.